В эфире «Новости региона», в студии Артемий Заварзин. Добрый день. На Соловках начались торжества, посвященные 75-летию Соловецкой школы «Юнг». Ветераны школы «Юнг» уже прибыли на архипелаг, встречала гостей и моя коллега Ирина Ившина. Она сейчас на прямой связи с нашей студией. Ирина, приветствую. Знаю, что программу первого дня празднования пришлось немного скорректировать из-за погоды. Артемий, здравствуйте. Непогода внесла некоторые коррективы в программу, в официальную программу празднования. Поэтому с опозданием на 3 часа, вот буквально только что, на Соловки прибыл теплоход из Республики Карелия. Он привез сюда соловецких юнг из города Москвы, Санкт-Петербурга, Костромской области, Свердловской области, Пермского края и даже Латвийской Республики. В пути море было достаточно неспокойное, была сильная качка, но юнги достаточно в хорошем настроении. И говорят, что бывалых моряков качкой не напугать. Спасибо, Ирина. На прямой связи с нашей студией была корреспондент Ирина Ившина. Она работает на Соловках. О праздновании 75-летия Соловецкой школы «Юнг» мы расскажем в следующих выпусках новостей. Кстати, Архангельск попал в десятку самых популярных городов у туристов для путешествия в день военно-морского флота. В топ-10 столицы Поморья на 8-м месте. В лидерах Санкт-Петербург, Севастополь и Владивосток. В день военно-морского флота во всех городах проходят торжественные парады боевых кораблей, а также праздничные концерты, салюты и фейерверки. С программой празднования Дня ВМФ Архангельске уже можно познакомиться на региональных интернет-порталах. А ДТП в Котласе. Накануне вечером на автодороге Котлас-Ильинска-Подомская столкнулись 2 автомобиля. «Лада» при повороте налево выехала на встречку. В это время обогнать ее хотела ехавшая сзади иномарка, но не получилось. В результате столкновения 3 человека были травмированы. Один, водитель «Лады», госпитализирован с черепно-мозговыми травмами. В Архангельске задержан вор-карманник, ранее судимый 14 раз за кражу вещей из сумочек и портфелей. В очередной раз добычей мелкого воришки в одной из архангельских маршруток стал женский кошелек. Почувствовала, что у меня дернулась сумка немножко назад. Я оглянулась, стоит вот мужчина и так смотрит на меня ласково и нежно. И мой кошелечек у него в руках. Сумочка моя открыта. Сотрудники полиции полагают, что задержанный может быть причастен к совершению аналогичных преступлений в разных районах города. Сейчас злоумышленник находится под стражей. По факту кражи им возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено пунктом Г части 2 статьи 158, наказание за которое предусмотрено лишение свободы до 5 лет. Если вы пострадали от действий вора-карманника со стажем, обращайтесь в полицию по телефонам, указанным на экране, конфиденциальность гарантируется. Судебные приставы провели очередной рейд по алименщикам. В этот раз отправились в Соломбальский округ. Присоединился к инспекторам и мой коллега Вадим Федосеев. Прописано, жить не живет. А где проживает? Не знаю, где он проживает. Пообщаться судебному приставу получается только с соседями алименщика. Известно, что задолженность архангелогородца перевалила за 200 тысяч рублей. По месту прописки он не проживает. Официально нигде не трудоустроен. У второго должника история такая же. Но это не значит, что нерадивым отцам удастся уйти от ответственности. 4 должников по алиментам будут объявлены в розыск, так как они не проживают. Один должник оплачивает алименты в добровольном порядке, вызван на прием к судебному приставу с квитанциями об оплате алиментов. Против злостных неплательщиков алиментов у приставов есть свои методы. Арест банковских счетов, имущества, ограничение права управления транспортным средством и выезда за границу. Но даже такой арсенал не всегда срабатывает против неуловимых алиментщиков. Есть, да, должница, долг более 1 000 000 рублей. Но привлечь мы ее никак не можем, так как она раз в 2 года стабильно рожает маленьких детей. Она меняет постоянно место жительства. Сегодня на исполнение у приставов порядка 14 тысяч документов о взыскании алиментов. Общая сумма задолженности составляет более 1,5 миллиарда рублей. Уже 1 августа в регионе стартует акция «Собери ребенка в школу». В это время судебные приставы усилят контроль за теми, кто не желает добровольно исполнять свой родительский долг. Вадим Федосеев, Александр Кузнецов, Архангельское телевидение. Школы Новодвинска готовятся к новому учебному году. На ремонт образовательных учреждений из местного бюджета выделено более 8 миллионов рублей. Самые масштабные работы в 7-й школе. Там капитально ремонтируют спортзал, меняют вентиляцию, систему отопления, светильники, устанавливают пластиковые окна. Они более светлые, более теплые.
И здесь температура иногда держалась недостаточно для того, чтобы заниматься. Поэтому мы надеемся, что сейчас температурный режим здесь будет налажен. К сожалению, не получится заменить самую изношенную часть спортивного зала. Пол в этом году его только покрасит. Ремонт запланировали на следующее лето. Работы подрядчик завершит к середине августа. Повод для гордости. Архангелогородец Эраст Палкин сегодня отправился в США, чтобы принять участие в 11-х всемирных соревнованиях по кроссфиту и побороться за титул самого физически подготовленного человека планеты. Накануне отъезда с Эрастом Палкиным встретилась Анна Рязанова. Три кита, на которых держится спортивная карьера Эраста Палкина – целеустремленность, трудолюбие и ежедневная работа над собой. Сначала кандидат в мастера спорта, а теперь уже чемпион мира по кроссфиту, уверен – предела совершенству не существует. Кроссфит, сначала это было вроде как бы хобби, вроде нравилось ездить, соревноваться, проверять себя. Сейчас больше уже профессионально, плюс потому что я уже и совмещаю людей тренирую по кроссфиту, сейчас… Можно сказать, подготовил чемпионку. Увлечение спортом началось еще в детстве. Сначала Эраст занялся борьбой, затем тяжелой атлетикой. В 2013-м решил попробовать себя на чемпионате России по кроссфиту. Год спустя стал чемпионом соревнований. Покорилась архангелогородцы не только родина, но и Испания, и Республика Кипр. О шансах на победу в США Эраст загадывать не спешит. Сложно расценивать, потому что, во-первых, в категории, в которой я выступаю, во-первых, она первый год, и в основном выступают спортсмены, которые уже много раз выступали на этих играх. Свою спортивную карьеру Эраст Палкин успешно совмещает с тренерской деятельностью. Коллеги ценят его за профессионализм и ни на минуту не сомневаются. На родину Эраст вернется как минимум призером мировых соревнований. Анна Рязанова, Светлана Михеевская, Архангельское телевидение. Итоги дня в 19:20 на канале ТВ-центр. Не прощаюсь и жду вас.